Сеть многофункциональных центров продолжает расширяться. В скором времени они появятся еще в 6 населенных пунктах региона. Получать государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна смогут жители Амдр, Миниси, Омы, Нижней Пёши, Харивера и Харуты. Об этом сегодня сообщили на заседании комиссии по проведению административной реформы в Ненецком округе. Напомню, первые удаленные рабочие места многофункционального центра появились в Нельмином Носе, Великовисочном, Оксино и Красном. Сейчас руководство МФЦ готовит все необходимые документы, чтобы подобные пункты запустить еще в 6 деревнях и селах. Статистика показывает, жители региона все чаще стали пользоваться услугами, которые оказывают в центре по принципу одного окна. Это не только экономит время, но и просто удобно. Количество предоставляемых услуг также растет. На сегодняшний день учреждением оказывается 138 услуг государственных, муниципальных и федеральных, и плюс услуга по выдаче универсальной электронной карты. В 2014 году планируется заключение еще 12 соглашений и расширение, как следствие, перечня услуг. Руководитель регионального МФЦ на комиссии сообщил, если до конца текущего года новые пункты будут открыты, то они выполнят показатели, которые предусмотрены в майских указах президента. То есть их услугами смогут пользоваться почти 91% от всего населения субъекта.